Известный армянский актер и профессиональный танцор Адам Джи Севани, он же Адам Манучарян, прославившийся после выхода картины «Шаг вперед 2. Улицы», периодически радует пользователей интернета танцевальными роликами. На последнем видео, опубликованном Адамом в Инстаграм, он зажигается известным американским баскетболистом, олимпийским чемпионом, телекомментатором и актером Шакилом О'Нилом. Родился Адам Севани в семье хореографа Гагика Манучаряна и музыканта Эдит Манучарян. Кинокарьера Адама началась в 2007 году, когда ему была предложена роль в музыкально-танцевальном фильме «Шаг вперед 2. Улицы». Дуэт Адама и Шакила удостоился множества восхищенных комментариев. «Лось, ты бесподобен», «Вы, ребята, крутые», «Лось, повтори то, что ты делал в фильмах «Шаг вперед». Заметим, «Лось» – прозвище Роберта Александра III, героя актера в фильмах «Шаг вперед 2. Улицы», «Шаг вперед 3D», «Шаг вперед 4. Революция», «Шаг вперед. Все или ничего». Сыгравший роль Роберта Александра III, «Лося», Севани получил высокую оценку «The New York Times» и ряда других изданий. Молодой актер удостоился Young Hollywood Awards, американской премии, присуждаемой молодым актерам кино и телевидения. Кроме того, Севани снимался во многих клипах известных музыкантов. Среди них Switch Уилла Смита, I'm Ready Hot Мисси Эллиота, Church T-Pain. Он также снял ремейк клипу Майкла Джексона «Триллер».